Мы находимся на мосте, много уток в воде, и там полицейские спасают кошку. Нет, это не кошка, это... Бодь! Це ж нутрия, бля. Это не кошка, это нутрия. И мы живем вот там. Улица Тылова, Ползень Плаза. Вчера каждый день мы туда ходим. Сейчас мы идем в другой супермаркет. Макдоналдс, трамвайчики. Полицейские. Каждую ночь ездят полицейские машины с мигалками. Они, да, они хотят прикормить эту, ну, крысу внутрию, чтобы она, если ловить ее в какую-то там штуку. Такие дела. Интересненько. Там дедушка с собачками тоже, они гавкают на эту зверюшку. Лебедь белый. Такой разный. Парковка. Практически все чехи на машинах. У всех малолитражки или универсалы. Вот такие дела.